Вечером 23 июня в результате ДТП погиб 52-летний житель поселка Лежнево, ехавший в деревню Козино на мопеде. Его сбила иномарка. За рулем находился сотрудник патрульно-постовой службы. В ГИБДД отмечают, что водитель был трезв. Ехал он на личном автомобиле. По одной из версий, виновником аварии стал водитель мопеда. Он нарушил ПДД и пересек сплошную линию разметки, создав на трассе аварийную ситуацию. Честь мундира теперь сотрудникам ППС придется отстаивать во время служебной проверки. Если вина полицейского будет доказана, он и его непосредственное руководство будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из правоохранительных органов.